Дефицита лекарственных препаратов нет, и повышение цен в настоящий момент тоже мы не фиксируем. Но, однако, мы видим, что те же пресловутые линзы, например, стоили там одну сумму, теперь стоят другую. Есть препараты, которые входят в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, которые цена регулируется нашим государством. Ряд медицинских изделий и препаратов, которые не входят в этот список, а это более 800 наименований, там, к сожалению, они не регулируются. Регулируются за счет рыночной стоимости и надбавки, которые определяют тарифы, комитет по тарифам.